ради интереса его описания. Он может полнейшую хуйню исполнить, но ему не будет стыдно, потому что он вообще ничего не помнит. И пока все вокруг парятся о его здоровье, он бабочек спокойно ловит в ближайшем Подмосковье. Локти на подоконник, лата в картоне, рама оконная, за рамой пашет садовник. Наводит порядок на моей территории, я этот процесс контролю. Я сам собой доволен, я себе не изменял, я снова пропал. Нет до конца, это чистая правда, но тут я могу хотя бы договориться со стюардом. Last business is always so yes. Сверху вниз смотрю, я дотянулся до небес. Уно, чивос, чивос, дос, чивос, стресс. Где-то за облаками Алексей снимает стресс. Волшебную пилюлю, чтобы спалось сладко. Когда посплю, я будем заходить на посад. Стюардесса караулит, чтобы сменить. Слышали? Не, не это. Поставь это, яблочки Адама. Но иногда не читаю сообщения, ни хули, блядь, а спрашиваю нормально, ёпта, дебил, блядь. Ты под чем? Под пивом? Да не поправился, я так сижу, блядь, снизу камера, меня просто заебывает вверх, и держать его заебали. Сейчас же доведете, вы же знаете, не надо. Не стоит. Потом опять меня класть куда-нибудь в больничку, а тут потом вытаскивать, блядь, зачем? Доводите же, блядь. Забейте хуй на корону, хорошо. И не поправился, просто второй подбородок вырос, потому что я пролежал на диване 3 года, блядь. Если этот вопрос меня настолько мучает, я готов посвятить ей хоть целый альбом. Вы же меня знаете, получается круто, когда к этому лежит душа. И я сам не понимаю почему-то, но я начал снова писать, как только она ушла. Я часто улетал куда-то, она еще чаще куда-то улетала. Но стоило нам с ней оказаться рядом, мы оба были рады, и она улыбалась. Все, достаточно с вас. Смотри, Крэмбери будет, конечно. Крэмбери, я тебя жду на студии целыми днями, блядь. Я тебе даже кальян куплю, если надо. Или привози с собой кальян, потому что у меня нету кальяна в доме. Но место для кальяна есть специальное. Набери по видео. Набери сам. Что, никто не спаши техник, блядь, ни здесь, ни Гуф чуть стареет. Гуфу так-то, блядь, 40 лет, ну, ничего. За ракет, как бы. Фитцбасты, не знаю, надо спросить вот у него. Я сохраню этот эфир, чтобы они посмотрели и видели, как я их звал на совместный эфир, блядь, и чтобы не говорили, что я гашусь от них, потому что меня позвали в «Вопрос ребром», я не пошел, меня позвали в «Что было дальше», я не пошел, и все думают, что я какой-то, блядь, зазнавшийся, а я просто очень скромный, типа. Палю новье, вы же вот говорите, пали новье, я и припалю. Фанатов люблю своих, почему? Ну просто люди разные бывают, непонятно, кто с той стороны экрана сидит. А поставь еще вот эту, которая... DJ Roy, поставь. Это как его? Мне кажется, вот там пластинка должна стоять, вот этот.
Ну, проигрыватель. Вот там, например. Нет? Это, поставь этот. Ну, этот, Луизиана. Этот бенгер, сумасшедший шлягер, нетленка. Да, всем городам привет. Просто мы походу не скоро с вами увидимся, еще, наверное, полгодика точно. Я торчу, да. Почему снова? Я всегда торчу, в смысле. Олег всегда рядом, Олег за углом, если что, он всегда на подрыве. Так что нихуя не стоит его вызвать. Но сейчас уже вообще никак. Брюнетки. Привет. Пышку. Я все так же курю шишки и умудряюсь находить лучшее из тех, что есть в этом городе. Я 20 лет пытался отказаться от этой привычки, в итоге сопил нет. Ну а вы сами попробуйте, вы не курили толком, если вы бросили. Если вы бросили, значит вы толком не курили. Вы можете считать, что мы с вами договорились. Не погода в кратце. Палю навьё вам, народ. Просто супер добрый. Настроение очень хорошее, и решил запалить вам навья своего. 2 часа ночи уже. Ну, 3600 хотя бы, видишь, у нас. Следую ему, как и тогда, на старте. Стараюсь двигаться максимально на спокойном. На дом 2 не хочу. Поздно, мне 40 лет, какой дом 2? Еще я кое-какие планы строил. Но, видимо, и правда оказался недостоин. Ужасно больно от всей этой истории. Я ничего не понял, но оно точно того не стоило. Да, народ, наконец-то, блядь, я задышал полной грудью, блядь. Меня просто за 40 лет моей никогда не кидала женщина. Ну, я вам открою тайну. Никогда не посылали меня нахуй. За 40 лет, а тут меня бросили. Я, короче, полгода. Потом приобрел себе участок второй. Разбирался со своим здоровьем. Но главное, забыл абсолютно о рэпчике своем. Хотеть заниматься музлом. Так прошло ровно 3 года. Совпадение. Честно, я не в курсе, хуй с ним. Просто из всего этого я пытаюсь найти хоть какие-нибудь плюсы. Так вот я о чем, я опять вернулся. И снова делать абсолютно нечего. Если вы забыли или еще не в курсе, ГУФ, Москва, центр Замоскворечья. Я с Мурой, да. Да, привет всем городам. Не надо вот это. Передай привет Смоленску, передай привет Казани, передай привет Саратову. Всем городам привет. Поставь еще что-нибудь. Да и пусть, но это, блядь, нормально. Они же, ну, им же еще интереснее будет послушать. Ну, поставь кровь на проводах, просто пусть поиграет. 3000 всего, блядь, пиздец. Ну да.